О нем я могу только сказать, что это был великолепный дипломат, очень человек высокой культуры и духовного, так сказать, и духовной красоты. Великолепный друг и человек честен до нельзя. А в Министерстве иностранных дел он пользовался огромным авторитетом, огромной любовью. Мой выбор поддержать в первую очередь работников МИДа, потому что всем нужна наша поддержка и единение вокруг. Все-таки очень трагичные события. Им сейчас, наверное, тяжелее всех.